Отдача, борьба вверху. Юрченко ошибается на выходе. Ростов все-таки выходит вперед. Добивается своего Ростова после такой подачи. Да, да, здорово выпрыгнул Шумуродов. Юсупов, прострел и 2-0. 2-0 на 72-й минуте. Шумуродов оформляет дубль. Сильнейший удар в одно касание нанес Шумуродов. Без шансов для Давида Юрченко. Еще одна четвертая в этой атаке подача. И это гол. Гол, гол. Ростов забивает. И забивает вновь, по сути, со стандарта. Разыграв комбинацию с подачей, с фланга. Забивает Шумуродов. Сразу два предложения здесь. И можно еще левее запустить. В итоге внешний Шумуродов головой. И гол. Вот это да. Вот это гол. 1-1. Элдор Шумуродов забивает этот мяч. Шумуродов забивает своей синей ватерпольной шапкой. Поэтому атака не потеряла в скорости. Еще один навес. Шумуродов, удар, гол! 1-0! Стадион гремит так, как будто забит под завязку. Гол получился классный, ну и забил Шумуродов, который в прекрасной форме. В итоге ничем это не заканчивается. А здесь шикарный проход! Ильдор Шумуродов, вот это нападающий, вот это исполнение. То, что не сумел реализовать в первом тайме, он с блеском продемонстрировал во втором. Хорошая передача, в касании действует ростовчане. Удар на Россию, это гол! Это гол, это Ильдор Шумуродов. Классная комбинация в исполнении Ростова. Ионов пробросил между ногами одному защитнику. Красивая стенка, прострел, не забыл. Первый мяч в сегодняшней игре. Алексей Ионов и Шумуродов становятся авторами этого гола. Но это великолепный гол. Это разыгран просто блистательно. За 5 минут до конца первого тайма. Подача Шумуродов! 1-0! Нападающий сборной Узбекистана отловил свой мяч и аккуратненько опустил его в дальний угол. Подача и Шумуродов. Шумуродов! 2-0, да? Динамо! Ты где? Головой подбил. И все остановились. И вот так вот еще внешний. Снова разрезающая передача. Еще один шанс для Шумуродова. Удар. 3-0. 3-0. Ильдор Шумуродов. Гол и голевая. И 3-0.